восьмом, на седьмом диско, Сиба, видеогеймс. Короче, все есть, друзья, все есть. На ресепшене можно получить подробную информацию о всем, что вас интересует. Причем все на русском. Fastline. Fastline – это история про таких, как я, которые проснулись где-то в 3 часа и захотели водички. У них интересно, что они партнеры со Старбаксом. Мы сегодня с утреца выпили хорошего кофе. И вот тут можно круглые сутки покушать. Ну, если вы не успели на ужин или опоздали, можно прийти и все время здесь похавать. Есть сауна. Скажите, пожалуйста, записаться можно как-то в сауну, да? Сауну не надо, вы просто... А, просто прийти. А что с собой, полотенце нужно иметь или что? Нет, не надо полотенце. Если есть свои плавки, так пить. Все, а тут финская, да? Финская джакузи. Финская джакузи. Все, супер. Хорошо. Сейчас уже в конце надо попариться будет немножко, потому что баню-то мы любим. Спорт и диско-бар, но они сейчас закрыты, потому что это вечерняя как бы тусовка, и они будут там после 12. А это казино и ночной бар. Везде живяк валит. Это рубка диджейская. Музон, конечно, так себе. Одни чуваки, которые джазец валили, они латыши. Они нормально играют, остальное все там то ли америкосовские напевы какие-то вот эти. Попсану мне не нравится, но сам факт живой музыки он есть. Аттракционы детские. Почему-то у меня одна песня на уме все время. Знаете, Лолиты. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Каждая шлюпка на 150 персон. Их много таких, по каждому борту висят. И вот они. Как же без наших любимых. Здесь также для них специальная кухня, которая, ну, детская. Здесь все время мультики идут, как на нормальном телеке. Развлекушечки всякие, интерактивные игры. Кому нужна приставка, играют в приставку. Кто маленький, зажигает вот здесь. Какие-то там лабиринты у них, комнаты. Основной зал, где кушают все. Гранд-буфет, так называемый. Ну, по еде, в принципе, вообще, я не знаю, там. Ну, это как в пятизвездочном обычном отеле. Мы заезжаем по морепродуктам. Креветки, мидии. Мидии вообще шикарные. Чисто по морепродуктам. Женька говорит, что я колхозник. Наверное, так и есть. Креветки, рыба в разных видах ее. Хлебушек вот такой прикольный. Всякие шоты непонятные. Икра разная. Черная, красная, такая красная, такая. Сыры. И мармеладик. Оргазм гастрономический можно получить. Ну, соответственно, пивко, кофе, шмофи. Винчик красный. Офигенная говядинка, да? Хотите попробовать? Я, наверное, да. Вот они, магазы дьюти-фришные. Причем ценники, ну вот, смотрите, в евро. Ценники такие, как в дьюти-фри, в обычном дьюти-фри. То есть, ну, нету какой-то такой лютой цены, а вот даже сейл есть. Район желтел, я куртец надел. Побрился, постригся, помолодел. Куда-то дел. Не, за полтинник кофту я не буду брать. Супермаркеты. Супермаркет со всеми делами. С алкоголем, с игрушками. Ну, полноценный магаз. Смотрите, линия с алкоголем закрыта до того момента, пока все не покушают в ресторане. Все в ресторане покушают, наедятся, тогда открываются. Ну, то есть, чтобы до этого момента, пока не откроется ресторан, все покупали еду на палубе, в барах, там. Пиво, к примеру, 6 евро стоит. Один бокал любого пива 6 евро. Ну, да где-то сколько там у нас выходит? 300, да? 300 с копейками. Мы тут прикинули ценники по бухличку. Очень даже неплохо выходит. На корабле дешевле, чем у нас. Процентов на 15, даже на 20. Это первый момент. Второй момент, на входе на корабль вы можете все купить вообще в дискаунте. Никто вас не проверит, вы все возьмете с собой на корабль. Это за рамки наших шаблонов обычно выходит. Егермейстер за 13 евро 750 грамм. Не перестаю удивляться вот этим домикам, которые находятся прямо на берегу. Не то, что прямо на берегу, они вообще на берегу. Что с коммуникациями, как они их подводят? Наверное, это все-таки
все по воздуху идет, потому что дома на скалах стоят. Представь, у тебя вот такой домик, причал, лодочка, какой-нибудь кроссовер. Что для счастья нужно еще? Это боковая палуба, очень солнечная. Тут перекурная, кажется, все курят. Почему? Все курят вообще. Шведы курят, я не знаю, что в Риге, что в Швеции, все курят. Что не учили, что это вредно, не понимаю, зачем курить вообще. Хотел поднять коптер и показать вам наш лайнер, но очень сильный ветер. Персонал, а мы вон там, мы огромные. Немножко с высоты подсниму. Швеция, конечно, очень красива своей местностью. Скалы, выступающие прямо в море, и на них дома. У нас в России такого не увидишь, потому что мораторий на строительство в лесу и достаточно сложная история с прибрежной защитной полосой. Прямо на берегу. Это очень красиво, так умиротворенно и с таким уединением с природой. Просто шикарно, это мечта, так я думаю. Много прогулочных лайнеров тоже вот таких идут в порт Стокгольма. И отправляются в Таллин, отправляются в Хельсинки. Очень развита здесь эта история. Так называемая солнечная палуба. Я нигде особо не был, поэтому для меня посмотреть такие места очень круто, и я впечатлен. Кстати, ставьте дизлайк, если увидели, что я колхозничал. Я могу. И лайк, если нормально понравилось. Подплываем к берегам Швеции.